Новый вице-мисс Россия 2016 под ваши аплодисменты становится Юлия Хорошавина! Юлия Хорошавина! Вторая вице-мисс Россия 2016. Мы поздравляем Юлию с короной и отправляемся дальше узнать имя звезды радиуса обаяния, у которой оказался еще больше. Давайте поаплодируем этой прекрасной церемонии награждения. Подарки и, конечно же, роскошная диадема. Вторая вице-мисс Россия. Надо мне построить дом, чтобы жить поближе к звездам. Если хочешь, буду смешно. Просто любит засыпать и танцевать одна. И закрыв глаза, улыбается, все смотрят на... Давайте узнаем, кто из девушек получает титул первой вице-мисс Россия. Я прошу вынести заветный конверт. Итак, первая вице-мисс Россия 2016. Королькова Юлиана. Первая вице-мисс Россия 2016. Где ваши аплодисменты? Вот она! Юлиана Королькова! Знак отличия, не бойся этого слова, королевский знак, роскошная диадема и, конечно же, призы и подарки от наших партнеров. Дамы и господа, встречайте на этой сцене мисс Россия. С другой планеты, что в окрестностях Марса где-то, я искал тебя по всей вселенной. Мисс Россия 2016 становится Добровольская Яна. Яна Добровольская, мисс Россия 2016. Ваши аплодисменты, наши поздравления, вот она. Мисс Россия 2016. Королевский знак отличия, призы и подарки от наших друзей и партнеров. И, конечно же, символ королевской власти – корона «Мисс Россия». Наша победительница, самая красивая девушка отчизны, Яна Добровольская. Салют в честь победительницы, салют в